көрем жаңағы Татарстан Республикасының мәдениеті зор жоғалту түшірді. Қадмир әфенді біздің арадан кетті. Татар дүниесінің танылған тауыш режиссері, кеңесшісі, көп жылшыларының сәнғат үшіліклерінің кеңесшісі болды. Дүрт десте елдан артық тауыш режиссері үшілер, гостевер радио компанияларында да сынғы уақытта татар театры, опера хәм балет Мұса Джәлел есімдегі театрында қызмет етті. Татарстан Республикасы мәдениет министрлығы Аюпова Радиха Фижан қызы есімінен нерахатыны сізге, сізнің білім қайғы барын ұртақлаша. Орныңыз жәннәтте болсын. Амин. Шулай болсын. Жанатта Венера Хатовна белән киләсе елға ғамыр итүләренә 35 ел болар иде. 3-10 ел ул былай әйткәндә генә кечкенә сан кебек. Ул бер үзе кеше ғамыры кебек. Әлбәттә, тылым шундый булганда, Венера Хатовнага да иҗат итәргә дә, сәхнәгә чыгарга да, безнең алда да чыгыш ясарга аңа этәргеч терәк булганда, шунда чын күңелдән сезнең кайгыгызны уртаклашабыз. Һәм шулай ук сезнең кайгыгызны, якыннарыгызның кайгысын уртаклашыр өчен гаилә дустыгыз да бирде. Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Рауил әфәнде Шәрәфиевне чакырабыз. Рәхмәт итегез, Рауил әфәнде. Мөхтәрәм җәмәгать, без бүген милләтебезнең иң асыл затларыннан булган Камил дус белән хушлашабыз. Бу бик зур югалту. Без гаилә дуслары идек, күршеләр булып яшәдек. Андый затлы, асыл кешеләр бик сирәк була. Камил әфәнде турында әйткәндә аның исеме генә дә бөтен нәрсәне әйтеп тора. Ул Камил, бөтен яктан җитлеккән дигән сүз. Аның рухи камиллеге дә, акылы да, халкы камиллеге дә бөтенесе турып килә. Ул һәр вакытта кешеләргә игелек кенә эшләп тора торган кеше булды. Бір кеше турында бір вақытта бір нашар сөз әйтмеді. Шул хәтті асыл зат еді ол. Бұл тетіреулерінің тетіреуі болды. Венера ханымның хәлін біз бек жақсы аңдаймыз. Құдай шыдам берсін аңа. Бек зор жоғалту аңына түгіл. Біз тетірендік. Бұл сәнғат кішілер үшін, жыршылар үшін, бейік зұр үғалды бүтін жыршылар үшін де. Аларының достары, тірәге, аларының күтеруші бір зат еді. Мұна біргіне де кеңшілігін әйтіп болмай. Бір яқтан қорғанда да қамелінде тіл тидіріп болмай, ләкен біргіне кеңшілігі болды. Анда әз генә эгоизм җитеп бетмәде. Ягъни мәсәлән, үзен үзе ул сакламады ул кешеләр өчен. Бик тузда нинди кайгың бармы, әзрәтең бармы, хәзер тилек җитә, хәзер машинасы белән алып китә, менә без күршеләр булып торганга күрә, мен аны бик яхшы беләм. Күпкә китмәсен, Венера даным кайгыңны бөтен жыршылар, бөтен сәнгат кешеләре уртаклаша. Чөнки бөтенебез өчен дә зур югалту иде ул. Бодай тагада сиңа сабырлык берсен. Камилгә урыннарын җәннәттә кылсын. Чөнки аның күңеле саф, чиста иде. Ул иманлы зат иде. Амин. Шулай булсын. Амин. Хуш, бәхил бул. Qabrlərin nurla, ruhların tanış olsun, onların cennətdə qulara. Вот ощущение у меня всегда было. Камиль – это вот мой современник.
потому что, несмотря на то, что я, конечно, я постарше его, но дело в том, что по духу, по мыслям, по понятиям, я всегда ощущал его человеком вот, современным. Наверное, еще потому, что мы как-то близки были по музыке, Причем это касается масштабного такое понятие музыки. Это может быть и такая шоу-бизнес, эстрада, это может быть народный план, это классическая музыка. Потому что действительно мы каждый молодец здесь нас, и он столкнулся с этой музыкой, и я столкнулся с этой музыкой, мы поиграли, то есть наши молодые годы. И естественно, когда мое было предложение Венере во время реконструкции, все-таки театр вступил в другую уже фазу, нужны были другие специалисты. И вот Венера тогда поговорил с Камилем, и он перешел уже в театр. Во время реконструкции, начала реконструкции. И вот он продолжил свои, реализовывать свои понятия. Я вам скажу, это редкая очень вещь. Звук, вот, техническое художественное средство, чему посвятил Камиль, это, я вам скажу, тонкая вещь. И на самом деле разобраться очень достаточно тяжело. Просто люди не совсем, они слышат, но не могут понять, в чем вот это, в чем секрет. И Камиль, благодаря своим природным качествам, понятиям в музыке, смог реализовать себя и создал вот это сегодняшнее звучание. Никто не знает, потому что вы заходите в зрительный зал, и вы ощущаете, как будто естественная акустика. И это сделал человек, который вот, к сожалению, судьба его прервалась. Это до сих пор. Я мог рассказывать истории, когда люди сдают красальные здания и не могут понять, что это техническое художественное средство нужно иметь, ну, Божий дар, по-русски говоря. Поэтому я очень рад, что, конечно, что Камиль мог реализовать себя. И мы строили планы в дальнейшем. Как звукорежиссер, я вам скажу, мы разрабатывали, у нас была мысль озвучивать саундтреки, делать к этим спектаклям уже, создавая с видео компьютерной графикой параллельно звуковой ряд весь. И единицы могли такое сделать. Он был скромным человеком. Никогда не выпячивал себя. Никто не мог представить, что, я вам скажу, что если вот взять, ну, десяток людей приводит, там, 700 человек работает в театре, машину всю, эту машину, для того, чтобы она работала. Вот он входил в эту категорию людей, которая заставляла создавать художественную продукцию, которую мы называем спектакль. Спасибо тебе, Камиль, за то, что ты был с нами, что ты смог свой, показать свой индивидуум, свою природу. Я выражаю, конечно, соболезную Венере, потому что это единая пара, единые они жили мыслью, понятиями в жизни. Ну и вчера еще сказала Венера. Единственное, уходит из жизни молодым. Стариков не видел его. Вот. Память, конечно, всего нашего поколения. Мы не можем представить, что это наша жизнь. Рахмет сізге, Ялта қатирелеріңіз үшін. Шынлатта, өзінің ұраттан ішіне дүрт дистеге яқын ғымырын бағыштады Камиль әфенді. Бәлкі жыршылар арасынан сөз әйтерге, Ялта қатирелер білен ұртақлашырға тілеушілер бардыр. Венера Ахатовна. Без 35 жил я жил до уренде мы инка хотим семена иркалаты хилатты гурурланды
Ruhlandırdın. Konaklar üstündün. Aşağı göre benim icatta. Ben icatta şunlu uluşlarla iriştim. Senin arkada. Senin muhabbetin arkasında. Canım benim. Şimdi Karapaz'a bir şey ettim de. Bir dinak, bir sabır. Başta radyoda işledi. Hem o bütün bizim şahıslarımızı yazdırıp, bizim onun yazmaları altın fon taşkil idi. Tiyatrda bir görev icat ettik. Seninle. Yaşam bir işik bulur sinsiz. Bir yarattım, bir yaratam içine. Bir kuşan da unutmam. Canım benim. Rahmet var kızga da. Gidiyene göz için. Ben kurulup dura. İşik sızana. İhtiramı kızla bugün bildir bir göz. Bir zor rahmet var kızga da. Uldur sen de bir zor şahıs. Anam isimle de isimle dur gidem. Rahiri bulmadı. Tanışıkla insanı bu kaşanda unutmam. Рахмет, шушындай ауыр мезгілдерде сіз алып айтқаныңыз үшін дене рахатымды шындап та сізге Аллах тағала сабырлықтарын индірсін. Әлбетте, бұл сынауларды жеңіл ғана достарыңыз, жақындарыңыз, яратқан тамашашыларыңыз, Камил әфендінің қызметташылары білен ұздырып жіберге Аллах насип етер. Менің қазір сөзіне Мәржани мешітінің имам хатибі дине нәзіретінің ақсақалдар шурасы рейсі Мансур хазірет Жәләлетдин қабиресін билер. Рахметіңіз Мансур хазірет. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم جماعة بقول بس زين عصام ويوغا كميل حوزي وزنا زطابس بو فني دنيا نقدر أخيرا كمشة الله تعالى قصر الله كمشة الله تعالى قرآن كريم دعيته إنا لله وإنا إليه راجعون. هر بر بزد بس باش تهیات دک، هم الله تعالی خزونه قسم چپ بس. بر بزد من گریت دل. وار بزد خشند کیته چه بزد دنیا دم. آن نرس قرآن کریم تام بر آیات بار. كل الناس استغفر بالله كل الناس زایقة الموت. هر بر جام ایسه. ولی ما چیزان تو تیانچه. Her biri bizde, her bir canlı yasını Cenab-ı Hak. Kim deyip derek, kim de sonra gitti. Hemen de gitken de de, gitken işte, kim yüzünden sinirse kollara. Bana bunun günde biz sizinle bir gel geçtik durduk. Kamil Efendimiz yüzünden kut minese kollara. Ve tiyatrdan da gelgen sayın, yüzünden iskizge şır bu akustikası. Bu Kamil Efendimiz yasalan diye biz istedik kollarımız. Hem başka izleri de vardı. این مهمه جماعت بود دنیا که کنش نهسه کالدراسون زن نهسه نیم دیگه از کالدراسون یش کشش یه نیز کالدار من سلطان الله جیوست شون دیم جلس که از اتوبوس بیوگا الله داره خزم نه اونا جنت اتوبوس اون جنت اتوبوس دیگه نه کنن سیزگه الله داره صبر لب بیسی دوغا ترسلام از هر وقت دوغا بولد انشالله بزد دوغا ترسلام بس دیگه نه کنن سیزگه الله داره صبر لب تن بیسی İnşallah orada cennette olur. Cemal. Amin.